если сильно захочет. Феликс, ну что ты боишься? Боже, боже, первый раз на свежем воздухе. Боже, нет, папа, не спускай меня с рук, не надо. Посмотри, как он в тебя вцепился. Домашний котик, да? Да. Феликс котик. Смотрите, там заехали в такую зону отдыха. Сейчас погуляем нашего котика. Он чуть-чуть, он такой перепуганный, совсем ему не нравится. Скажи, что он как бы фермерский, но... Да, когда он был котенком, он жил на ферме, но, по-моему, он об этом забыл напрочь. Идем дальше на травку. Сейчас, я так давай тут посидим. Дальше от столика. Да, дальше от столика надо. Он иди уже ко... орет, слышишь? Агу, я корм возьму. Давай ему корм, водичку принеси. Кисенька, не бойся, пошли гулять, пошли, Феликс. А что, хочу? Забился под стол такой, мяу. Не бойся, мы тебя тут не оставим. Кися, иди сюда. Идем, идем, ну пошли, давай, выходи, Феликс. Да, идем. Пошли погуляем, Феликс. Феликс. Ну что ты улицы боишь? У тебя что, агорафобия или что, Феликс? Мы тебя специально вывели, думали, может, ты на травке что-то сделаешь. Мяу, мяу еще. Пусти тебе я обратно в машину. Мой рюкзачок, меня запустите. Артур, смотри, что тебе несет. Артур тебе несет кушать. Кушать несет тебе, Артур. И водичку тебе несет. Феликс, там есть водичка и покушать. Кофе давай. Будет. Давай. Может быть. Давай. Я только выберу вода, которая, чтобы была более свежая. Вот это как раз и есть свежая, которая открыта. А та тоже открыта. Это свежая. Той, которая меньше, та более свежая. Давай. Бери коту. Феликс, пошли. Смотри, там кушать есть и водичка. Ну, я что-то вообще не боюсь, что он убежит от нас. Это уж он как магнит к нам. Не, ну может испугаться какого-то звука и как да, ломануться и потом уже не в лес. Да, не, кушай. Так держите поводок. Надо, знаешь, на пенек поставить. А то он тут это вот под стол с ним прячется. Чувак, смотри, какое решение интересное. Он чтобы... Взял U-Haul большой, ага. А свою машину на прицеп поставил. Да. Идем на пенек. Молодец. Молодец. Потом U-Haul отдал, машина да. Есть. И так вот переезжает. Прикинь. Молодцы. Мы с котом. Котя. Котя боится. Я тут видео снимаю. Хорошо. Хочу котика нашего. Феликс, ну покушай, зайчик. Ну покушай, хороший. Там же вкуснятина твоя. Давай. Может быть, он сейчас освоится? Ты лучше поводок не отпускай. Не отпускай. Не знаю, что. Вдруг чего? Вот такой вот, хотя бы такой маленький, чтобы у нас был, да? Мой хороший, мой хороший. Ты пришел ко мне. Котю. Ой, ты мой хороший какой. Какой ты хороший. Феликс, шанс покакать. Единственный сейчас. Мне кажется, он сейчас не сосредоточится, да. Давай я корм тогда отнесу к базе. Явно сейчас уж не будет, а ты дай ему погулять. Даю. А как он прижался? Ага, охотник такой. Сливается с ландшафтом. Может быть,
принести крысу и ему покидать сейчас. Думаю, сейчас она ему это... Ему сейчас ни крысы, ничего не хочет. Он хочет домой в домик. Его сейчас эти все новые запахи сводят с ума. Слышишь, как он тебя обнюхивает? Тут безопасный. Да, да, да. Собачник, смотри. Под меня забрался. Под меня спрятался. Ой, смешной. Жирик проехал, он аж прижался. Котя-котя? Феликс. Феликс-котик. Не плохо идет. Вообще ничего не хочет. Ну, ему бы покакать надо. Мы тебя ждем. Ну, водички хотя бы попей, кисонек. Ну, иди сюда. Скажи, он вначале машины боялся, сейчас понимает, машина это такая классная это вещь. Это дом, да. Машина это практически дом. Сейчас пошел травку кушать. Травоядненький он у нас. У нас вот взгляд какой. Звуков много, его пугают. Вредное создание ты, Феликс. О! О, машину увидел, да, 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 да. Представляешь? Машинка, машинка. Дом, дом, родной дом. Home sweet home, да, такой. Артур его тащил, тащил по траве. Он тут такой, как пригорочек получается. Он машину не видел, не хотел идти. Как только увидел машину, сразу сиганул туда бегом. Такой смешной котик. Боится на улице оставаться.